Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Перенкова Надежда Викторовна. Я являюсь руководителем оздоровительного центра «Кассиопея» в городе Воронеж. Давайте поближе познакомимся с нашим оздоровительным центром. Начнем с уникального аппаратно-программного комплекса «Оберон» для проведения компьютерного доклинического экспресс-анализа функционального состояния организма. В чем его преимущество? Ну, во-первых, развернутая целостная картина состояния здоровья человека. Далее – установление первопричины очага функциональных нарушений. Здесь мы просматриваем еще каждый орган на наличие паразитов. Это глисты, вирусы, бактерии, грибки, простейшие. Подбор индивидуальной программы оздоровления для каждого человека отдельно и дальнейшая коррекция с использованием натуральных препаратов, пребиотиков, фитотерапии и биокорректоров. Для равновесия системы организма все ее составляющие должны находиться в гармонии. На этом принципе основана программа «Метатерапия». Это новейший неинвазивный метод оздоровления организма с помощью волнового воздействия на определенных частотах. Цель метатерапии заключается в том, чтобы посредством частотного воздействия на клеточном уровне определить любое отклонение от нормы и направить информационное воздействие на восстановление данной структуры, данного органа, данной клеточки. Камера света – это уникальные инновационные технологии для профилактики и лечения целого ряда хронических заболеваний. Приборы воздействуют бесконтактным способом с помощью электрического тока и электромагнитных колебаний низкой частоты, параметры которых соответствуют генетически обусловленным ритмам человеческого организма. Имеется большой спектр частот, который позволяет осуществлять воздействие на все структуры организма, на все уровни. Это и лимфокровообращение, это желудочно-кишечный тракт, мочеполовая система, опорно-двигательный аппарат, бронхолёгочные заболевания. Контактный электростимулятор Келси воздействует на биологически активные точки электрическим током. Прибор используется в таких случаях: при лечении бронхолёгочных заболеваний, гинекологических заболеваний. Также мужские заболевания идут, связанные с простатой. Прибор еще используется при лечении остеоартрозов, остеоартритов, то есть, в принципе, любые заболевания воспалительные, любой этиологии. Более 10 лет назад в Лазерной академии наук под руководством заслуженного профессора-академика Олега Павловича Панкова был разработан уникальный немедикаментозный способ восстановления зрения. Были созданы приборы, аппарат цветоимпульсной терапии, здоровые глазки и прибор для индивидуального пользования очки Панкова. Этот способ прежде всего основан на физиологических особенностях воздействия низкоинтенсивного квантового излучения, направлен на восстановление работоспособности клеток не только глаз, но и всего человеческого организма. В центре работают два аппарата на вытяжение позвоночника, улучшение работы состояния опорно-двигательного аппарата. Аппарат «Гравислайдер» – это очень комфортная тракционная вытяжка позвоночника за счет кожаных тяжей, приятного тепла, подаваемого электромагнитными полями, и веса собственного тела. Аппарат «Массажная кровать Nuga Best» прокатывает он спину, делает массаж очень комфортным и работает не только на область позвонков, но и на все суставы. Аппарат для ног Марутака работает по системе Шиатсу, то есть задействованы все энергетические меридианы. Через массаж ног идет специальная обработка и получает человек великолепный эффект. Всем здравствуйте, я Алексей Шувалов, мастер оздоровительных и эстральных практик в оздоровительном центре Кассиопея. Массаж внутренних органов является одним из самых древних способов восстановления здоровья, так как он позволяет производить настройку стрессоустойчивости всего организма и запускать защитные свойства иммунитета, используя генетические алгоритмы самовосстановления. Путем массажных техник происходит воздействие на глубины мозг тела, расположенного в кишечнике, и другие жизненно важные органы человека, что позволяет улучшить работу всего организма в целом и сгармонизировать все его внутренние системы. Для диагностики и определения состояния организма достаточно 1-2 сеансов массажа внутренних органов. Для решения уже сложившихся задач и восстановления прекрасного самочувствия желательно провести курс. Приглашаю вас на свои оздоровительные приемы для диагностики, профилактики и восстановления своего драгоценного здоровья.
Ваше здоровье в ваших руках. В здоровом теле всегда здоровый дух. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Шувалова. Я мастер оздоровительного центра Кассиопея. Я занимаюсь оздоровлением через биоэнергомассаж. Не секрет, что тело – это контурная карта души. И все, что есть в нашем сознании, отражается в нем. Инструментом для отстройки связи с ним является биотоковый прибор, позволяющий почувствовать его на глубинном уровне. Это позволит рассмотреть все слои нашей телесной, в том числе духовной памяти, доставая залежи психологических проблем, зажимов, которые живут в нашем теле. Мы освобождаем телесные, психические и духовные структуры. Каждый вместе со мной может открыть доступ к многомерному опыту своей души через исследование и оздоровление своего тела. Я буду рада стать вашим проводником в этом исцеляющем, удивительном путешествии.